Пацаны, дайте мид, разъебу вообще на изи. Блять, о, Джаш за меня играет. 15 отжиманий, дура. Упор лежа, блять. Встал из-за компа, хули ты смотришь, блять, тебе говорю. Встал из-за компа и отжиматься бегом, блять. Для утяжеления бабулю свою на спину посади. Я еще в лес пойду на 20-е. Все-таки я сегодня еще ни одной игры в лесу не стоял, поэтому справедливо, пора. Олеж, что ты не ролишь? Что за роль, может быть, выиграешь? Так это не шторм ролит. А, 97. Так там 97, ебать. Так я 29 вырыгал. Попробуй. Да не, я... Не-не-не. Я в прошлый 99 заролил, поэтому тут без шансов. Хорош, хорош, красавчик. Там шторм ебарь, поэтому подлегка расслабились. Как же я устал ждать боевой пропуск, вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть Epic Loot со своим Summer Battle Pass'ом. Выполни все 60 квестов и получи гарантированный дека-хук, а на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала. BP Helper по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим «Охота за сокровищами». Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега-сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек хп в Treasure Hunter. Бля, кинотавр какой-то жесткий, слышишь? А как он мне сейчас ебало сломает? Он мне ебло набьет сейчас, алло. Просто я решил третий скилл не брать на первом левеле, потому что здесь реально нужна скорость атаки. Просто с пассивкой я бы очень долго бил. Тут хотя бы 60 скорости атаки. Но тут фаст мидас будет. Ебать, а почему здесь точки нету? Yes, sir! Ну, максить очевидно будем третий, потому что нам нужно больше хп скрипов. Оу, yeah! Yes, sir! Бля, он же не будет с меня лапки диспейлить, лауняра этот. Блять, ай, то нахуя? Прокляла меня, дура, блять. Блять, как же тяжело сикером лес стоять, это пиздец какой-то. Крипы ебут. Соло. Не, ну один на один я выебу этого станка. Короче, надо сразу 5 фласок купить и не париться, слышишь? Как вам страта? Бля, опять кинотавры, еще и с лесом не повезло. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Спасибо за 1000, братик. Ай, я отвлекся на донат. Тихо, не считается, если умру. Короче, я понял. Вот так вот играем, потому Стрей, что... Стрей, передавай нормальным музыкам, спортсменам большой привет. До этого тебя здесь никто не уважает. Привет, давно пора сбрить гребень, а то похож на петушару белгородского обсосного. Спросить что? Могут с тебя. Я могу спросить с любого, понимаешь? По факту. Бля, надо было сразу так и покупать побольше фласок. Потому что, блядь, сикер в лесу это хуйня, конечно, лютая. Бля, вот просто, чтобы шишули зафармить, я должен две фласки заигрывать. Типа вообще пиздец. Понимаешь? Две шишули, две фласки. Охуенный лесник, блядь. Не, все-таки кроме Найкса лесников нету. Найкс, Акс и Виномантия. Отчасти Фурион и Легионка. Вот, все, 5 лесников. Остальное все чепуха, не стоит в лесу. Бля, пиздец, сколько я фласок выпил? 9 фласок где-то. Развел на ульт, минус ульт у Леона. 9 фласок выпил, 6 докупал и 3 приносил. А, Леон с мида, нихуя себе. Развел Леона на ульт, обоссал его. Ебать, 0-5-0 на сайленсере. Как вам, парни? Кстати, Леону можно репорт дать за то, что стрим палит, потому что варда не было, это со стрима долбоёб прибежал. Проебал лес. Пиздёж, я выиграл лес. Лес я выиграл, ко мне Леон пришел. Но просто сикер в лесу не стоит. Ну что я могу сделать, если это кусок, который лес не может фармить? Ну просто типа, ты стоишь, посмотри, блядь, меня собаки нахуй опускают. Просто, блядь, 4-й левел имею, 2 слота, блядь, меня собаки нахуй пиздят. Понимаешь, блядь, как я могу стоять лес? Я 9 фласок принес, блядь, кое-как, чтобы пожить здесь. Ебанутый скилл, который хп снимает у себя. Он должен хилить наоборот. Он должен меня хилить, понимаете, а не снимать хп. Бля, сейчас еще Аджора не будет из этих крыс, которые проклинают.
Иди нахуй, блядь, я фармлю, отъебись от меня, рыба 10-го, конечно, блядь, линию проебали, клоуны. Бля, надо маску от Джора купить. Медас чуть позже сделаем. Потому что у меня нету от Джора, нихуя. Спасибо, рад, что ты адекватные треки лучше ставишь. Лучше бы Мияги стал врачом. Гачистэ плюс в чат. Не делай громче больше и сам будь потише, когда Гачи играет. Развожу на время. Спасибо огромное. А, блядь, кусты-то вражеские, оказывается, они наши. Я-то думал, это наша фея. Нормально, выебали Бристлбека. Чтобы вы понимали, у меня чел 1.6 играет на саммите. Не, ну так, кстати, можно и лес разгибать. Хотя все равно, лянь, они меня все равно дамажат. Это вообще ненормальная хуйня. У меня две маски наебали, блядь. И все равно крипы меня хуярят. Это вообще пиздец. Бред ебаный. Нахуй сикер вообще нужен, точно. Сейчас надо фаз 6 и выйдем кого-нибудь потрогаем. Сейчас разведу, они стопудово в засадике сидят. Я говорил. Развожу, пацаны. Минус 3 удара, и надо его забирать, не? Шторм АФК, понял. Долбоёб на шторме. Интересно, задоджит? Ага, задоджит. Бля, он вообще ни одной кнопки не жмёт. Чел вообще ни одной кнопки на шторме не нажимает, блядь, мусор. Что-то, по-моему, нас ебут, пацаны. Да у нас С немножко парень. Есть такое. Мне похуй, я все равно на эту точку пойду. Бля, я не слышу вообще тебя, брат. Я на чиле качаю. Так, 6-й есть, пацаны. Готов кого-то унизить. Бля, там хорош. Смотри, ко мне идут уже. Получается, к нам. Что, будем ко мне, они меня ждут. Они что-то видят, они что-то знают. Давай пойдем. Я потрогал его, брат. Все, отступаю. О, рыба, рыба. Рыбу на себя беру. Бэкай, брат. Я их отвлеку. Хорошо. Сколько там уже? Там 4 пальца, кстати. По-моему. Блять, в тебя вставил авантюрист. Меня вставил. Ну а что делать, пацаны? Я отвлекаю, вы качаетесь. Нам не с кем убивать. Я кровь даю, а у меня пацаны высосали все лайны. Думаю, после фаст Мидаса ебанем фаст БМчик, пацаны. Чтобы втанковывать это говно. Бля, рыбу поебать. На экспу. Блять, не знаю, дали экспу. О, за мной бегут уже, чеп уже. Да не, хуя. Моё, да дай сюда, блять. Бля, за мной опять идут, да, чепухи? О! Потрогал меня, пацаны. Там 5 уже есть, я думаю. Там уже, думаю, 5 пальцев должно быть. Вот, вардишок снимайте. Поэтому ставочку рассчитаю чуть позже, после игры. Я кровь ему дал, еби его. Блять, ну у меня пока эта дура повесит кровь, блять, охуеть нахуй. Беги, брат. Пацаны, у нас рыба на базе, блять. Дай ему, въеби ему разок, слышь, разок на разврате. Сюда нахуй, очко анскильное, блять. Нормально. Подразвели, сынка. Красиво. Развели. Пацаны, развел на Ульфиона. Ну, забирайте его, ебаный свет, блядь. Он тут, нахуй, тепленький, а? Бля, у меня пацаны втроем снизу где-то АФКшат. Давай, 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 давай. Разочек, еще, нахуй. Еще пиздюлю, еще пиздюлю. А где шторм, блядь? Заебал, шторм постоянно. Шторм постоянно в таверне, нахуй, с фул маной, блядь. Заебал, нахуй. Я тебя понял, когда я, короче, играю с тобой, мне нельзя пикать керри, блядь. Нет, просто мид мне надо давать, и я буду вам выигрывать катки. В прошлый раз ты был на мид, блядь, мы все равно проебали. Ну, блядь, ты помнишь, что у нас в команде играл? Ну, ты проебал мид, блядь. Нет, я мид не проебывал никогда. Кому я проебал мид, блядь? Я ебу в ноль, нахуй, каждого. Чел, блядь, хуйню хуй-то несет. Так, мидас есть. Можно выходить сейчас фейзы, заебашим по-быстрому, и можно будет разъебывать. Так, вижу, смотрит стрим. Готов ко мне идти. Понял, я на базу. Долбоёб на фею. Бля, ТП-хи можно вообще не жалеть. Бабки не проблема. Да? Стрей, руинер плюс. Почему я руинер, блядь? Мне чел на шторме не дал мид, высосал у Леона, ебать. И за мной 5 тел по лесу бегают со стрима. Где я руинер, блядь? У чела 14 смертей, блядь. При том, что за мной челы со стрима по лесу бегают. 15, братан. 15 смертей, при том, что за мной все бегают по карте. 15, ты понимаешь? Кто здесь руинер, нахуй? У чела 15 смертей, блядь. О чем ты говоришь, братик? Посмотри внимательно, блядь. У меня 8, так за мной бегают по лесу, челы стрим палят и бегают по точкам. У меня чел просто, за которым нахуй, который нахуй никому здесь не нужен. У него 2.15, блядь. Братик, при всем уважении. Вон, понимаешь, я только в лес захожу, тут стрим-снайперы стоят, ждут, блядь. Да я тебе кровь дам. Все, кровь дал. Пошла жаришка, пацаны. Закупиться перед смертью, чтобы лавы не терять. Нахуй.
Ебите рыбу. Хорошо, блядь. Шо ты нахуй? Удали доту, мусор, блядь. Привет. Хороший размен. Пятерка сикер на рыбу. Мне похуй, я ящерицу эту убью, а потом умру. Или нет. Там стоит? Стрим-снайпер, видите, блинканулся. Спешил так меня пиздить, что блинканулся в помойку на мать свою тупо. Бля, посмотри на карту, Стрей. Ты видишь эти кружки? Стрелочки? Нет, какие? Ну посмотри на мини-карту. Видишь эти кружки, что шторм рисует? Не, я ж его замьютил нахуй. Размуть. Нет, посмотри, спасибо. Как софт выглядит настоящий. Не хочу. Ну и шо, блядь? Пусть он рисует. Он рисует, где они фармят. Вот здесь чел фармит. Ну, блядь, чел с софтом нахуй 9-8 на шторме, блядь. И проебывают доту, блядь. У него стрелки рисуются, куда чуваки идут. Типа, если тебе интересно, вот размуть, посмотри. То есть он нихуя не пишет. Но мне неинтересно, брат, спасибо. Вот, чел на шторме с софтом, ебать, не дал мне мид и проиграл игру. Долбоёб анскильный, боже. Нормально, паренечки, блядь. Боже, позорище. Ладно, я, хоть я был тем человеком, что писал, что софта нет, но это пиздец. Брат, ты, я жрю, ты не в курсе, кто меня снайпит. Меня снайпят с софтом, блядь. Я тебе это говорил, а ты мне доказывал. Я тебе говорю, блядь, 100%, что челы с софтом, блядь. Каждый из них. А ты говоришь, что софта нету. То есть ты просто не был мною, брат. Не, ну. Самое забавное всегда, когда мне люди доказывают, что меня никто не стрим-снайпит, что меня с читами не снайпят. То есть челы просто всего вообще, нахуй. Если бы они были на моем месте, они бы охуели от всей этой информации, которой я обладаю, блядь, о том, с чем в доте люди... Вон, прошлая игра, я яркий пример. Дум, который меня снайпит софтом, пиздит хуйню, я ему кидаю мут, он ливает с игры. Потому что все, он поклоуничал, ему дальше неинтересно. Он просто опозорится, заходит, и чтобы его опустили и ливнуть. Понимаете? То есть челы просто с софтом хуярят, блядь, а кто-то до сих пор в это не верит. Я какой только софт не видел, блядь, в своей жизни. Он очень разный бывает. Начиная от Тини Колокольчика, который всем известен, который с помощью софта покупает и продает варды, и звенит стоит. Я думаю, его все видели, потому что он меня снайпил много раз. Заканчивая всякими скаймагами дефолтными, что в одну точку уйдут, мапхаками и так далее. Типа, это дефолт. Ебашь ты, хорош. Кого, тебе эта хуйня нужна? Да, забираю. Забираю, да. Чтоб я ебашу. Блять, ебаш. Ух ты, прикоснешься рукой к моим нежным губам, и я крикну постой, ты посмотришь в глаза. Давайте, парни, ебашьте, я вижу, буду давать, когда они ранены будут. У меня курица долбоёб, она, сука, не принесла. Так, курица всегда долбоёб. Сильвера. Забаганная. Сейчас я подкачаюсь, выйду с Сильвером. Может, все-таки Весел соберёшь? Не-не-не, Сильвер, брат, я его законтрю в ноль. Ну давай, я верю тебе. Главное, это доверие в команде. Согласен. Долбоёб под ультом сикера бегает. Мусор, блядь. Иди сюда, нахуй, помойка. Колчан, берите. Ну, первый пошел. Слышь, на боте говорит, Сладару рапиру несет, иди забери. Да нахуй она мне нужна. О, нормально. Слышь, так заберите, это изи победа будет. Заберите, пойдите, это изи победа. Он шмотки разбил, я его морально унизил, когда он побежал под башню. Пауза из-за минус. Тебе Титан Сильвер нужен, ВК? Титан Сильвер надо? Так, парни, рапирку собрал. Титан Сильвер надо или нет, ВК? Да, нет? Забирай. Все, идем заканчивать. Заканчиваем, ребятки, изи катка. Мне уже next пора, скучная игра. Ладно, противники хотя бы сопротивлялись. Погнали, закончим. Вот что значит моральное унижение, понимаете? В соло от меня унизил Слардара, которого забайтил на мувы. Чел просто пошел, блядь, рапиру. Потому что по морали вафель. Я тебя это, ульт на тебя дал, этот, ну, скилл, вот так вот. Крови повешу на него, пацаны. Развел Леона на ульт, хуярило. Там минус палец, иди. Аегис есть, и ульта есть, ВК готов ебать. Дай ему разочек ебало, слышишь? За меня нахуй. Хуярило. Лучший, брат, просто лучший. Блять, изи игра нахуй.
Что ты там буровишь? За мной 5 челов со стрима, блять, по лесу бегают. Или ты слепой нахуй? Пошли. Хуярьте, хуярьте, это с байбека вафельница. Ебать, хорошо. И этого тоже, слышишь, пиздюлю ему пропиши нахуй за меня, блядь. Просто за меня, брат. Еби разок, чтоб не снайпил больше. Гусь нахуй. Давай, гусю въебало, блядь. Хорошо, нахуй. Спасибо огромное за 1000, Пок. Нашел вот такой трек, он исключительно для рампаги. Брат, ну я вряд ли рампагу в этой игре сделаю, но я здесь контролирую сам плейстайл, понимаешь? Ребят, сильвер почти есть. Бристлу пизда скоро. Красава, красава. Смотри, сильвер пришел. Да, хороший трек. Хороший трек. Давайте крипл побегите. Давайте трон сразу, что тянуть, пацаны? Я заебался уже. Давай еще с тобой поиграем. Да пойдем трон разобьем нахуй, брат. Я тебе сейчас лапки повешу, ты будешь хуярить, что ебашить. Да просто надо пушить и все. Лапки повесил. Кровь дал, все, наш. Кабанчик, блять. Изи нахуй. Удаляйте доту, гуси, ебать. Попуски. Хорош, брат, изи катуля. Трон, трон. Я беру на себя легионку, пацаны. Давайте, 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 давайте. На суете играю. На суете, пошла размансовка. Хорошо. Брат, лапки тебе. Лапки тебе дал, давай. Лапки, давай, лапки, давай, давай. Разведу на дуэль, пусть меня хуярит. Мусор, блядь. Блять, изи игра нахуй. Сынки, блять, на стрим снайпера. Домой нахуй. Спасибо за игру, лучшие. Сынки, блять, ебаные нахуй. Попущены. Бегали они за мной всю игру, блять. Вот так надо доту ебашить. Понимаете? Вот так вот, блять.